сервис по калибровке опрыскивателей для сада и подбору оптимальных параметров от компании Сингента. В чем он заключается? Подбор распылителей, скорость движения агрегата, объем рабочего раствора на гектар, давление в системе агрегата и подача воздуха. Нужно произвести так называемое воздухозамещение. Необходимо создать мелкую дисперсию и при помощи воздуха в кроне произвести воздухозамещение. Обязательно учитываем схему посадки сада, объем кроны и не забываем про немаловажные условия – это факторы окружающей среды. Учитывая все необходимые параметры, производим калибровку опрыскивателя. Проверяем равномерность вылива через распылители с помощью мерной кружки. Следующим обязательным шагом является определение фактической скорости опрыскивателя. Для того, чтобы вычислить точную скорость движения агрегата в делянках, необходимо отступить 20 метров от опрыскивателя, для того, чтобы он разогнался до фактической скорости движения. Далее отмеряем участок 50 метров для вычисления фактической скорости в делянках. Подачу объема рабочего воздуха можно отрегулировать при помощи угла лопастей, а также скоростей на редукторе. Зная все необходимые параметры, производим пересчет фактической нормы вылива на гектар. После проведения калибровки обязательно проверяем качество распределения рабочего раствора по целевому объекту. При помощи водочувствительной бумаги мы можем проверить качество нанесения рабочего раствора на целевой объект. И что мы можем наблюдать? Плотность нанесения рабочего раствора оптимальная. Количество капель достаточное. Качество применения в данном саду является идеальным. Наш сервис поможет вам реализовать полный потенциал продуктов компании Сингента. Защитить и сохранить будущий урожай для получения максимальной прибыли, при этом минимизировать воздействие на окружающую среду.